пятницу в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура днем 0-1 градус, ночью 3-6 ниже 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. В дневное время нулевая температура, ночью 6 ниже 0. В Тольятти небольшая облачность, без осадков, днем -2, ночью -6 градусов, восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром небольшой снег, днем 0 градусов, ночью -6, ветер восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.